кувшины, чашки, тарелки и все это изделие из глины. В гончарной мастерской при Химкинском храме новомучеников и исповедников Церкви Русской вовсю кипит работа. Похлопывающими движениями мы выбиваем воздух оттуда. Ученики 6-й Химкинской школы на мастер-классе своими руками готовят подарки ко дню отца. Иван Филатов, ученик 4 класса, уже заканчивает свою работу. И эту кружку с гравировкой самолета он подарит своему отцу-пилоту. Надо сначала раскладывать, вырезать из него форму и потом еще клеем специально склеить. Очень интересно лепить из глины. Столько всего надо сделать, чтобы получилось что-то. Гончарная мастерская при храме новомучеников открылась год назад и стала первым проектом во всем Подмосковье, где преподают ремесло сами прихожане. Химчанка Анна Панченко сначала овладела этим искусством сама, а теперь ведет мастер-классы для детей и взрослых. Мы участвовали уже в благотворительных ярмарках на Пасху. То есть мы развиваемся, растем, к нам приходит очень много людей, мы этому рады, приглашаем всех к нам в гости. Работает мастерская на пожертвования. Выручные деньги идут на строительство нового каменного храма. В 2015-м здесь заложили фундамент и рассчитывали завершить строительство за 5 лет, но тогда вмешалась пандемия. Сегодня работы на финишной прямой, рабочие уже завершают отделку. Все, что мы видим вокруг, построено силами прихожан, местных жителей. Трудности какие? Сейчас трудности – это подключение к газу. Вот сейчас нам изготовлен был проект, и там прописана сумма только на подведение газа около 8 миллионов рублей. Конечно, сейчас мы не можем оплатить такую крупную сумму и работаем над тем, чтобы установить новый котел твердотопливный, более крупного объема, чтобы можно было отапливать такое большое помещение. Уже в начале следующего года здесь планируют провести первое богослужение. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.